не белыми. Так, вперед не беги. Все по очереди. Поднимаемся наверх к веревке. Но видно, что тут коровы ходили. Просто так. А, уже? Вертать его. Нет. Да. Подъем вверх 2,5 километра. Такие. Я тебе один быстрый ход скажу, спустя. И? Не, это я тоже могу. Или это? Ого, какой подъем. Вот такие камни. Все шикарно. Вот ты, Андрей, издевайся. Да, на тобой. Здесь нужны именно кроссовки. Опа, внизу река и крутой обрыв. Вообще. Вот мы где-то поднялись, наверное, метров на 30. Но уже многие говорят, что устали. Внизу река еще. Здесь по краям веревки. Чтоб не упасть. Смотрите, вместе с нами маленькая-маленькая девочка. Гости. Ну, карабкается вперед. В руках еще. В руках еще это. Щупать-щупать. Сейчас вверх поднимусь. Вот она. Вот тут веревки. По веревкам вверх. Вот смотрите, какой крутой спуск. Это уже второй. Второй подъем после поворота. Сразу. Красота какая, надо держаться. Вот, смотрите, тут обрыв какой. Мы так будем идти туда, по водопаду, 2,5 километра. По горам. Настя, сторон, ты вот этот хоть немножко придерживай. Конечно, не знаю, сколько у меня. Данила! Хватит камеры. Через крыто бежишь, вернешься в лагерь. Какой красивый. Вот он. Ага, ну такие-то грибы растут. Вот, 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 вот. Ну что, мы здесь что сдали? Так, следим. Девка заходим. Ах, молодость, где моя молодость, а? Маленький перевал здесь. Маленькая мысль. Сегодня погода сюда. Вчера как-то напали мы такой дождь. Много вчера дождь. Вот как. Оружие еще чуть осталось, обычно силе. Соль выходит. Нормально. Тут еще есть, оказывается, мы оттуда поднялись. С той стороны. А здесь еще есть.
Короче, я тебе все покажу, каждый день со мной будешь. Ладно? Эй, туда пошел, тебе есть какая-то тут оказывается. Ага. Ну ладно, пока выключайся, потому что здесь сейчас болтать будут, говорить, а потом дальше пойдем. Горит, и жар хороший дает. И еще у этого дерева такое свойство, молния никогда не бьет по этому дереву. Вот целый лес граба будет, среди них какое-нибудь другое дерево, туда попадет, а на граб никогда. Mm-hmm. Вот такое свойство, так что, когда гроза, можно прятаться под это дерево, или веточку отломил, и бежишь, я граб. Камшит это дальше будет. Да, но, к сожалению, гусеница добралась и сюда. И все наши самшиты, которые здесь растут, они все выскочили из-за этой гусеницы. Там тысячелетние стоят даже. Самшит же самое медленно растущее дерево вообще. Такие стоят древние. Остановку мы прошли. Все, начинаем двигаться дальше. Пойдем еще вверх, говорит, где-то 600 метров надо подниматься. Но здесь пока еще дорога прямо. Поднимался, я поднимался. Вчера, говорят, дождь был. Это папоротник. Дождик был, плохо было, а сегодня тут в горах у нас не было, кстати. В Пицунде вот мы приехали. Так. Уже неделю. С воскресенья, да, сегодня суббота, мы приехали в воскресенье. С воскресенья, вот ни одного дня дождя не было у нас. Вообще жара стоит, хорошо, море горячее, молочное. И мы потихоньку поднимаемся вверх. Вот как тут красиво. Лес. Ну, конечно, здесь надо, если посмотреть, вот с нами еще маленький мальчик. Еще девочка меньше даже есть, который карабкается вверх. Ну, карабкается, молодец. Но все, почти вся группа, походу, знала. В основном все идут в кроссовках. Мы тоже в кроссовках. Ну, чтоб потом сели, в конец зайти, взяли сланцы. Ну, сланцы это хорошо. Но тут кроссовки нужно, потому что сохранешься все. Внизу, конечно, ущелье, подниматься очень трудно. Даже я иду, разговариваю, ну, подъем мелкий, не такой большой, но мы двигаемся. Сзади нас идет Тимур. Он наш гид сегодня с нами. Ну, который гид нам попадается. Что-то у всех имена Тимур. Чак встречается. Но гид, конечно, очень супер. А, вон, все, подъем впереди. Ну, впереди, конечно, подъем такой крутой. Ладно, я пока отключусь, потом поснимать. Весь подъем я не смогу, наверное, снять. Ну, там подъем, потом, наверное, привал вон. Тут подъем. Вон такой подъем. Большой. Еще идем. У нас один кто-то не пошел. Не вытерпел, потому что здесь сердечником нельзя. Резкий подъем вверх. Вот, мы все еще поднимаемся. Тропа, конечно, обмотана везде веревками. Вот они, веревки. Вот по всей тропе, если посмотреть, веревки идут по краю, за которым можно держаться и тихонечко у нас вперед. Ну, конечно, интересно. Ой. Ну, если здесь дождь пройдет, конечно, подниматься, наверное, бесполезно, потому что будет скользко, земля. Сегодня не было дождя, хорошо.
Даже у меня есть. Это, хотя... выносливость есть, но... подъем идет. Так, пошли мы на обгон. Обгоняем. Ну, спускаться будет, конечно, легче, но... вот. Походу, там площадка скоро будет. Вон еще до туда пойдем. Начали подниматься дальше. Последний третий подъем, потом пологий спуск. Вот вниз. Идем мы к водопаду. Ну, интересно, интересно. Вот тут. Конечно. Нет. Вот, подниматься, конечно, это. С краю веревок нет. Уже. Но все равно немножко страшноватенько. По краю, по обрыву. Если даже идет, то тут. Конечно, страшненько. Внизу река течет. Даже здесь наверху слышно его шум. Вот такой спуск. Ой, внизу вообще. Вон внизу. Ой, крутой обрыв. Вообще. Кошмар. Ну тут тропа накопленная уже. Так, в ланцах тут далеко не пройдешь. Смотрите. Ой, какой низ. Опа. Ну давай поставим вместе с тобой. Опа. Так, да. Вон еще, там поднимаюсь. Далеко, конечно, метров 30-40. Ладно. А он там не пещерка? Какая-то пещерка сейчас. Откуда снимаю?
Вся наша команда собирается тут. Так вот. Маме еще. Маленькая. У нее, наверное, первый экстрим. Нет, не первый. Во, говорят, не первый экстрим. О, 7 месяцев еще плавлялась по реке. Это уже не экстрим для нее. Маленькая. О, красота. Сейчас у нас начнется экстрим наверх. Вниз невозможно было снять, наверх посмотрим. Как получится. Так. Наша команда собралась. Все, попробуем снять подъем. Спуск невозможно. Водопаду. А вот это самый последний участок дороги. Мы уже идем в обратку. Попробуем снять подъем. Ну, конечно, тут скользко. Это раз, потому что ближе к воде находится. Рядом вот веревки. И подъем такой, для тех, кто любит экстрим, это... Да, вон, там поднимается. Опа. Вот. Хорошо. Ну, это еще нормально. Можно походить. Вон там. Цепочка наша растянулась. Топаем. Вперед, вон здесь обрыв уже. Просто здесь подъем из-за того, что скользко. А скользко из-за того, что влажно. Вот все, начинается. Вот какие дорога. Начинается экстрим. Можно оттуда, можно отсюда. Вот здесь нужно немножко постоять. Вот такой спуск. Пойдем-ка отсюда. Давай мы будем просто идти. Вот, некоторые ругаются. По краю веревки. Что получится. Дома, в отеле. Опа. Помойте. Хорошо? Так. Подниматься, кстати, легче, чем спускаться. Немножко я сейчас спускались, очень трудновато было. Вот. Спустился тоже на всякие. Камни очень скользкие. Во. А? Снимаю. Вот красота. Не пока спускаешься. А эту красоту, эти деревья не видно. Потому что уже ты смотришь только на дорогу. Вот здесь встанем, вот снимем, вот так. О, какой спуск. Вот мы уже там наполовину немножко поднялись. Вот такой, везде веревки. Хорошо. Ну, еще 2,5 километра. Это идти. Но это один из крутых, потому что скользко. Веревки здесь полностью. Вот здесь, в этих местах, уже с двух сторон идут веревки. Экстремалам, конечно, хорошо. Меня пропускают. Я прохожу дальше. Пропустили.
ну, подъем легче. Но спускаться, конечно, да, некоторые у нас спускались на попе. Это тоже экстрим. Собрать камни. Вот. Вот смотрите, какой спуск. И сюда нужно идти в бутсах. Без бутс никак. Вот. Здесь, походу, горная река Тико. Во время, когда вот там не проходит. Вот. Меня уже сзади толкают, я вперед убегаю. Стоять невозможно на месте. Потому что у нас целая группа, 37 человек. Все вместе поднимаемся. Ну, растянулся, по-моему, метров на 200 уже. Вот тут какие-то эти. Нам не схватиться. Вот. Опа. Я в кроссовках. Даже кроссовки скользят. Ой-ой-ой. Вот мы уже минут 5 поднимаемся. Вот этот участок где-то метров 300, может 400 метров. Немножко подождем отстающих. А там вообще отстали, вон идут. Далеки виднеются. Вон там. Ну вот этот подъем, вот крутой впереди подъем. Смотрите какой. Уже рядом ругаются. Сейчас пинут меня походу. Тут не только маму, тут и папу вспомнишь. Но здесь я вот удерживаю потом, потому что в одной руке камера, но здесь вот лестницы. Немножко сделаны лестницы, вот они какие. Вот здесь как лестница сделана. Это да. Это хорошо. Все равно легче подниматься. Но на спуске все равно как-то не так. Подъем легче. Но хватает дум. Дыхание перебивается, потому что мы высоко в горах находимся. Вот придется сейчас. Вот. Иду немножко остальных. Вот. Тут дерево. Вот там самшит весь, который умер. На этой стороне, то самшита почти нету. На стороне Питсунды Габры. Смотрите, какой крутой спуск. Это да. Схватывает дух. Самшит растет. Ага. Мне самому неудобно. Одна рука держит, а вторая. Ну здесь все. Веревки бы немножко прошли. Ну дальше, наверное, есть. Но здесь все равно скользко. Скользко, скользко. Вот, смотрите, как нить уходит. Ух. Давайте немножко поднимемся, там потом встану. Ну-ка, еще здесь, по-моему, все основное. Эту трудности мы прошли. Здесь сейчас подъем, по-моему, и потом все полегче будет. Первую и вторую часть подъема вы видели. Вот здесь вот этот самый крутой, самый дурацкий подъем. Это вот тут вообще скользко. Тут уже не на попу спускали. Вот он. Вот женщины, придется им помогать. Ладно.
пока выключаю, потом дальше будем снимать.